В декабре 15 года я повез своему сыну Высоцкому Павлу Ивановичу в город Могилёв К-15 вещевую передачу. Я с ним на свидании не был, передал контролёрам эту вещевую передачу и поехал обратно. Через пару дней мне сын звонит, Паша, что папа, ну, мне сделали операцию. Я говорю, а что такое? На спайку кишек. Я поехал к нему на длительное свидание. Я разговаривал с начальниками службы, майором медицинской службы Даниловым. Он мне сказал: Иван Григорьевич, скажите, пожалуйста, его когда-нибудь кто-нибудь бил по животу или он где лечился? Я ему сказал: товарищ майор медицинской службы, его никто никогда не бил и никогда он не болел. Павел тогда, мой сын, мне не сказал, кто его бил. Через пару месяцев, в апреле, это же самое, 17 года, я ему позвонил по телефону, он мне сказал, что папа меня жестоко избили. Я говорю, кто? А вот старший лейтенант Дунаев, это у уголовной исполнительной инспекции с каким-то, говорит, пацаном. Я после узнал, что этот пацан, ему приходится, ну, по-белорусски швагер, по-русски шурм приходится. У документов написано, что разов пару, что его ударил руками, ногами, разов пару Дунаев. Ну как он мог, интересно мне скажите, как он мог ударить ногами ему в живот, стоячи? Это не может быть. Понимаете? Помогал ему в этом его швагер. Понимаете, боится и все. И он, понимаете, он хочет что-то сказать, но его что-то, как жабу давит, что-то такое. Его спрашивал судья, когда суд был, Мешкевич спрашивал: Паша, скажи, тебе били, его предупредили. Я вот так сказал, Дунаев, что если будешь, кому скажешь, мы тебе живого закопаем.